Ты что, провалился в воду, что ли? Да ладно. Офигеть. Ребята, всем привет! Наконец-то мы выехали на рыбалку за 3 месяца. Раз. Мы сегодня с другом, с Русланом. Поздоровайся! Привет! Так, ну мы приехали на речку. Погода маленькая, конечно. Небольшую речку. Опять небольшую. Погодка немножко, конечно, не то, что хотелось ожидать. Минус 30. Ни одного рыбака нету. Вдвоем. Вот, решили собрать палатку. Обогреватель не взяли, не перебрали. Так, надышим. Да. Минус 30. Шли 4 километра пешком. Еще от города 90 километров ехали. Короче, у нас сегодня путешествие получается. Ну, сейчас попробуем порыбачить. Хотя бы поклевку увидеть бы за 3 месяца. Ты-то 2 дня назад ездил же, да? Да, где-то 3 дня назад. Мороз был как раз 14 градусов. Тоже перепад был. Вчера было 17 дней, да? Вчера было днем 17, сегодня потом вечером уже 24, 30-ник, 23. Блин. А вот сегодня уже 30-ник. Ну, не будем унывать, попробуем. Да, сейчас. Я бы хоть поклевку бы увидел, блин. Рад был бы. Вот, приготовили лунки. Нифига тут нафигари лунок. Ну ладно, пока отключаемся, палатку соберем и будем рыбачить. Оно что-то не тонет только. Что не тонет? А, этот? Ага. Значит, не пробил. Так, на что мы будем? Так, попробовать на это. И ох, вот на этот я хорошо тут расслабил. Серебряный. На желтый серебристый. На золотистый серебристый сейчас попробую. А потом я сечу вот на такую. На красную. И вот на эту тот раз хорошо ловил, видишь, он как. Ага. Как бриллиант. А где этот ложка? А вот. Я свою не стал доставать, чтобы да, правильно, не надо. Вот. По 2 штуки. Нет, тянешь, как будто там что-то было. Не, как будто ты губу рвешь, да? Да-да-да.
Смотри какой, а. Будешь? Кого? Не, и так Питер. А, чай есть. Так, ладно, надо искать. Пойти побурить, что ли? Может, вот здесь просто пробурить? Может, здесь глубина? Попробуй. Большой лед. Блин, я пробурить не могу. Ну-ка, попробуй. Блин, да вытаскивай. Да не надо вытаскивать, так дальше бурить. Офигеть. А, ну, снег валил же. Да ладно, что так? Сейчас пробурим. Мы сейчас заколебемся, мы здесь-то старые лунки пробили, вчерашние. Пробурил еле-еле бур. Лунку. Толщина льда, блин, на весь бур. В палатке клюет. Походу дела мелочь, что-то вообще не попадается. Сейчас найдем кого-нибудь. Зря, что 90 километров ехали и километра 3, наверное. 4 пешком, что до этой речки. Это мелочь, наверное, по-любому. А, нет. Ух ты. Нет, ловчик. Жареный, вкусный. Червяк все там остался в палатке, да. Руки замерзли. Ловить-то охота. Клевочка. Не, у меня руки быстро прихватывают. Все. Не хочет. Некоторые не мастерицы. Без перчаток. Еще вот. Лунку руку засунут. У них, наверное, вместо крови по венам антифриз течет, бежит. Идти помочь надо. Сейчас, короче, ребята перебазируют это место. Сейчас, подожди, дружище. Ходячая палатка. Палатка на ногах. Живая палатка. Ручка. Была.
была поклевочка. Вот это. Ага, приподнял что ли? Опа. О, я так не. Вот тут вот покупал. Ого. Там видел, какой окунь? Вот, видишь, я червя какого насадил. Видишь, какой попался. А дохлый стоял, нифига. Это уже хорошо. Так. Так, это окуня надо. Отпусти. О, она сама сбежала, молодец какой. Ну. Мелочь, что ли, опять долбит? Ага, это мелковатый. Маму зови. Давай. Нифига себе. Я ж тебя только недавно отпускал. Ладно, иди расти. Сама руки отправлю там. Чукуни, я такого не ожидал поймать. Сейчас покрупнее попадется. Этот хорошенький. Дождался. Хорошенький. Что-то там палатки пришел опять. Вот. Перебазировались, на мне штук 5-6 поймал. Что-то перестало клевать. Рыба стоит. А вот что-то клевочка. Походу, его подошло. Стоит в пиявках. Попадается. Ну и все, что ли? Может... А, там сидит такая. Ух ты. Это, наверное, мелковатый, отпустим. Будем расти. Ты что, провалился в воду, что ли? Да ладно. Офигеть. Там лед почти по 2 метра. Как ты умудрился провалиться? Какой резкий провал пошел. Вон, отвечай. Вон там. Охренеть. Не, а что, намок? Чуть-чуть. Не, воду набрал внутрь? Немножко. Ну поехать домой еще. Быстренько соберу. Ну, иди туда, Коля. Я хочу посмотреть. А, вон она. А. Смотри аккуратно. А, ну тут она течет. Там в руке попадает. Видно, смотри. Видишь? Ага, вижу. Ну там еще и глубоко, да? Ну, у меня нога ушла, я же. Хорошо, что это. Вот это тебе и рыбалка. Я растерялся. Ну. Блин, намок. Все, айда, поехали. Да сейчас не, нормально. Ну ты че, он сейчас этот. Ноги у тебя сразу прихватят. Намокли, если. Жалко. Ну у тебя намокли ноги? Ну чуть-чуть и все. Чуть-чуть. Вот это одна сторона, вот тут чуть-чуть намокла и все. В палатке у меня терпимо будет, нормально. Да и так терпимо, если вот. Не, а ты сейчас заболеешь нафиг. Да ладно, не переживай. У тебя здесь сухие носки нет с собой? Носок нету.
Одну можно было бы одеть на сучку. Айда, поехали нафиг. Сейчас рисковать даруем. Так, ребята, мы сегодня отловились. Придется сейчас собираться, ехать домой. У меня тут друг провалился под лед. Давай, расскажи, как ты провалился? Короче, пошел. Что ты там проверять пошел, блин? Места? Да, хотел это, возле берега лунку пробурить. Думал, может там стайка какая-то стоит. Оказалось, что там идет, впадает ручеек. А он слабо замерзший. Проток, протока попал. Короче, провалился левой ногой, блин. Вот, кстати, там можно будет стоять жерлицы. Ага. Попробовать. Попробовать, ну. Короче, ноги намокли. Поедем домой, рисковать не будем. Все равно пока не клюет. Погода, конечно, отличная. Ну, ничего страшного, всякое бывает. Ну да, всякое бывает. Вон солнце светит. Ну что ж, будем собираться. Короче, вот наш улов. Небогатый, но поймали на жарёшку, на одну. Рыба стоит, надо искать. Потому что там пиявки были. Надо искать, искать. Ну что, всем пока. Что ты разбираешь? Ладно, ребята, всем пока. До новых встреч. Считаю, что рыбалка удалась. Ну да. Рискнули, такой мороз. Поклевку видел. Ну. Рыбу поймал. Кашу оставили. Птички прилетели. Покушать, пообедать. Блин, и не боятся же, да? Да, вот. Они к рыбакам привыкли до того. Полметра. Я вот в прошлый раз ловил, они аж мне на голову садили. Нифига себе. Ясно. Ладно, собираться. Выбрались наконец-то.